Здорово, мужик, на связи Шамшурин. Как бы я тут некоторое время болел после непродолжительного перерыва. Сейчас заново будешь смотреть новые видосы, которые мы будем выкладывать. Значит, по поводу чего это видео? Я сейчас расскажу некую предысторию, а потом по делу. То есть мы сейчас сходили по Камергерскому с клиентом, и, в общем, я наблюдаю такую картину, просто идет реально шикарная, просто шикарнейшая девушка, реально офигительная, там просто ноги от ушей, там, не знаю, там красивое лицо, ухоженное, и рядом с ней такой ботан, просто вот чувак, такой, короче, просто вот додик, я не знаю, но не хочется его обижать, но, мягко говоря, он выглядит задрочено, как будто он какой-то король, там, не знаю, стратегии, или как это называется, дота. Король доты, блядь, 35-го левела, короче, у него там вот такие заправленные посюда брюки, ну, такой весь, короче, какой-то там Кельвин Кляйн, ну, не знаю, короче, он реально стрёмный. И такая девушка, у нее там цветы, вот такой букет. Я смотрю, понимаешь, что какой-то дисбаланс, то есть такого не может быть вообще в природе. Ну, реально не бывает такого, то есть. И я смотрю на эту девушку, то есть она на меня, как бы, мы как-то косимся друг на друга. Он вообще никуда не смотрит, он находится сейчас, там, не знаю, в стадии перманентного оргазма от того, что он идет с такой женщиной, он просто идет, а, боже, мне так повезло. Короче, в итоге я хожу так за ними и просто слежу, думаю, где-то же вы сядете. Причем наблюдательная такая картина, что примечательная, что она говорит, куда сесть, такая, может, сюда, то есть, или может, сюда, то есть. Он настолько вот как бы безответственный, амебный человек, да, что он даже не может сказать, так, мы сядем здесь, да, и будем сидеть здесь. Да, куда ты хочешь, а? То есть в итоге они садятся на улице, я думаю, бля, ну должна же быть справедливость в жизни. Она, короче, встает и идет в туалет внутрь кафе. Я думаю, бля. В итоге захожу в толчок, ну, чтобы не показывать там, а то кто-нибудь поставит на паузу. Раз, раз, увеличь. Вот, там еще сидит охранник, и как бы, я сейчас как мистер Дерка, он же кому-то все время рассказывает, тут должны стоять чуваки, которые такие кивают головой, блядь, да, да. В общем, стоит охранник, и я ее ловлю перед туалетом, ну, говорю там, как так вообще происходит, то есть это вообще твой парень, ну, такого быть не может, что ты с ним делаешь. Вот он познакомился, это, конечно, нужно отдать должное вот этому электронику, что он смог это сделать. Я не знаю, как, может, он был просто в жопу пьяный, ну, не факт. То есть, может быть, реально хватило яиц, то есть, но он для этой девушки никак не тянет, то есть, и, в общем, тут сидит, смотрит охранник, я говорю, давай телефон, у меня телефон сел, говорю, давай визитку хотя бы. Она смотрит на охранника, понятно, что при нем не хочет как-то показаться доступной, в итоге все равно беру, как бы, визитку и договорились завтра позвонить. То есть, к чему я это? Возможно, кто-то подумает, что я там какой-то жестокий и злой. Ни хера, ребят, на самом деле в жизни тут... Я хотел просто сказать о двух принципах. Первый принцип, что никогда не щелкай клювом, потому что, возможно, это будет твоя будущая жена, да, ты вот так вот пройдешь, посмотришь. И второй принцип, что в нашем современном мире, особенно в России, выживает сильнейший. Я не говорил, что надо было напасть на этого ботана или что-то еще, то есть, ну, реально, тебе нравится женщина, она с каким-то другим чуваком, то есть, причем ты понимаешь, что у них там ничего не было и никогда не будет, то есть, ну, не щелкай клювом, придумай что-то, найди повод, ну, подойди и сделай это. А фактически посыл видео такой, что 15 числа у меня стартует групповой тренинг, это самый масштабный групповой тренинг за последний год, то есть нас будет свыше 30 человек, и буду вести я полностью и еще несколько моих тренеров. То есть ни один человек не останется без индивидуальной работы. Каждому достанется пинков и обратной связи. Еще можно записаться. Осталось буквально 2-3 места. Дата начала 15 число. Заниматься будем в центре. Все подробности по ссылке, которую ты увидишь под этим видео, и, соответственно, по телефону, который там написан. Торопись, вписывайся в эту тусовку, в этот супертренинг, и ты еще больше 30 таких парней изменит свою жизнь, начиная с 15 числа. Увидимся на тренинге, пока.